Приветствую всех в нашем блоге. Сегодня мы будем в кафе Le Gourmet. Мы пришли, чтобы поговорить с интересными людьми. Посмотрим здесь. Они поддерживают инициативу помощи врачам, кормят их обедами. Сегодня мы приедем, посмотрим, как это происходит вживую, поговорим с ними, узнаем, что это за программа, как они помогают, как давно и что вообще здесь происходит. Поэтому оставайтесь на канале, посмотрим все это вживую. Я рада приветствовать вас в уютном кулинарном месте Минска, ресторане Le Gourmet. Я Елена, шеф-повар Le Gourmet. И мы сегодня хотим рассказать вам про нашу инициативу. Мы готовим обеды для врачей. На самом деле присоединились мы к этой инициативе только на этой неделе. На прошлой мы узнали о том, как оформить благотворительный счет и как призвать граждан Беларуси помогать нам. И мы даже не ожидали, что будет такая лавина взносов. На самом деле откликнулись все, от 5 рублей до 500. И я безумно благодарна, что жители Беларуси такие отзывчивые. Мы благодарны врачам, потому что действительно понимаем, насколько трудно им сейчас. И я рада, что у них будет хотя бы 5-минутный перерыв с нашим вкусным домашним обедом. Мы очень стараемся на самом деле сделать это действительно не просто как модный хайп, а как то, что действительно поддержит их, что кусочек нашей души и нашего очага передать им с этим вкусным обедом. Безумное спасибо волонтерам, всем тем, кто откликнулся, нам столько помогают. Приходят постоянные обращения, что могут помочь продуктами, что помогут развозом, помогут с доставкой. Огромное спасибо. И мы рады, что это с этим очень просто связаться. Эта инициатива поддержана ресторанами на самом деле во всем мире. И мы сейчас, конечно, в ресторанном бизнесе переживаем очень трудные времена. У нас действительно мало гостей, у нас действительно есть серьезные проблемы. Но вот это вот движение именно помочь врачам вдохнуло жизнь в наш ресторан. Опять загорелись наши очаги, опять стало тепло на кухне, опять пахнет вкусным. Я безумно счастлива работать в этом благотворительном проекте. И хочу сказать, что давно наблюдаю за коллегами вокруг. И, например, я слежу за деятельностью великого нью-йоркского ресторана Eleven Madison Park и вижу, что они делают это уже в течение 2 месяцев. И я даже сказать завидовала, я все думала, как это сделать так, чтобы и у нас это было, была эта инициатива. И вот я безумно рада, что наше руководство, руководство нашего ресторана правильно разместило эту информацию, нашла сайт, где возможно все это собирать, и все очень быстро организовала. Мы собрались и организовались буквально за 1 день. И, конечно, огромное спасибо вам, всем, кто нас поддерживает. И трудом, и деньгами, и просто даже добрым словом. Это тоже важно. Новинки? Да. Понятно. То есть туда все это, да? Да. Окей, ну вот, как видите, сейчас мы едем с водителем, купили обеды и едем в новинки, чтобы помочь врачам доставить обеды в реанимацию. Аккуратно, папа. Спасибо, взял.
Спасибо. Закрыли вас? Ну, уже-то закрыли, а не сегодня, строители. Спасибо большое. Спасибо. Я, знаете, сначала тоже думал, что вот человек работает на кафе, то есть он там на ставке развозит водителям. Но, как мы сейчас поговорили, оказывается, что вот Юрий просто тоже решил помочь. Вот скажите, Юрий, как вы узнали про эту инициативу и почему вот решили помочь бесплатно просто развозить обеды? Я увидел у них вакансию, ну, как бы размещенная вакансия была на работу Тутбай, но было написано, что требуются добровольцы, которые могут развозить 1-3 точки еды в день, так как у них не хватает водителей. И я откликнулся на эту вакансию, и по мере своих возможностей, так как сейчас есть свободное время, я как минимум 1 точку в день им развожу. А вы это первый раз развозите? Нет, или регулярно? Нет, это уже второй как бы раз, начал со вчерашнего дня, сегодня продолжаем, ну, надеюсь, и дальше будем. Да, почему нет? А вам, дорогие медики, я желаю сил. Держитесь. И уверена, что все беды отступят. И все люди, которых вы сейчас лечите, пусть скорее выздоровят. Пусть больницы будут пустые. Я желаю вам спокойной работы.